Иностранных водителей проверили сотрудники МВД и ФСБ в ходе операции «Нелегал». Посетили их места проживания, пребывания и трудоустройства. В итоге специалисты пресекли 500 административных правонарушений. Большая часть связана с нарушениями въезда, выезда и режима пребывания. Выявленные нарушения в сфере трудовой деятельности, их 64. Еще 17 преступлений зафиксировали в сфере миграции, в том числе фиктивная постановка на учет по месту пребывания, подделка и оборот документов. По итогам операции 146 нелегалов будут выдворены за пределы страны. Еще 54 иностранцам ограничен въезд в Российскую Федерацию.